Вы знаете, по какому поводу мы вас вызвали? Банкет хотите заказать? И вообще дальше я буду говорить только в присутствии адвоката. Номер, кто не знает, адвоката. Недорогого. А? Мы выясняем подробности исчезновения Дмитрия Нагиева. Когда вы видели его последний раз? Пару минут назад. Где? В рекламе средства от облысения. Вчера. Деньги у него хотел одолжить, мне только 2000 дал Желобин. Вы знаете, сколько у него корпоратив стоит? Можно воды в стаканчик. У него были враги? Записывайте. Шеф его ненавидел. Какие у вас с ним отношения? Отличные. Даже убить хотел его. А вы? Я люблю его. Он с другой планеты. Но необычный он. Валяется где-нибудь в джакузи с очередной моделью. Поверьте, все у него нормально. Ты спал с нашей сестрой, тварь? Я сейчас микрофоном щеку как ткну я! Кухня. Последняя битва. Вот если вы все-таки Нагиева не найдете, да? Мне нужно ему деньги возвращать. Только в кино.